И Путин заявил, что портал госуслуг не справился с задачей. Там вообще очень смешная ситуация произошла. То есть надо было оформляться через портал госуслуг, чтобы получать вот эту путинскую подачку, да, в 130 евро там и так далее. А в результате портал лег, а на портале, а вместо портала официального госуслуг возник другой с буквой «С». Да, и вот этот портал с буквой «С» – это мошенническая структура. Там предложили зарегистрироваться, дать номер карточки, в общем, дать ключ от квартиры, где деньги лежат, и, соответственно, будут зачислены деньги. Но я так понимаю, что ничего не зачислили, а наоборот, те люди, которые это все сделали, у них все поснимали. Так что вот такая интересная произошла история, я бы сказал. Более 22 миллиардов рублей доплат врачам не дошли до адресатов. Вот так переживает очень за это Путин. Не дошло. Как мы видели, и те, которые дошли, там людей просто обокрали. Просто обокрали. Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей. Ну, мы говорили, и самое интересное, что в Саратове вот эти 10 тысяч подачки, да, которые объявил Путин, люди решили получить здесь и сейчас, и оккупировали пенсионный фонд, там какие-то бешеные очереди стоят. В общем, люди решили позаражаться немножко. Захарова оценила сообщение западных СМИ о смертности от коронавируса в России. Вот. Представляете, оценивает там Захарова, блядь, может оценить что-то, сообщение о смертности от коронавируса. Все, и Жнец, и Ткец, и там на Дуде кожаный игрец вообще просто молодец там. И спляшет, и коксу занюхает, и этот оценит, как он... Коронавирус, блядь, молодец, вот какие многостаночники. Лавров заявил, что в США используют, что США используют пандемию, чтобы навязать свое видение миропорядка, а путинцы, значит, не используют, да? Они, значит, по-другому живут. В США отказались от российских аппаратов ФВЛ, то есть там очень быстро сообразили, но я думаю, что они даже ими, наверное, не пользовались. Слава Путину, психически или душевно больной. Ну, у него сенильная деменция, это совершенно очевидно. То есть, что он старческий какой-то слабоумие. Из-за чего оно возникло, да, это старческое слабоумие. Пусть там психиатры разбирают. Но это же совершенно очевидно. То есть, невооруженным глазом уже видно.